Так, немцы меняют позицию, они теперь занимают линию окопов справа. Советские бойцы, да, вступают в бой, занимают часть. Да. Атака наших легких сил в сопровождении автомобилей повышенных проходимостей фактически рассекла немецкую группировку на две части. Часть вермахта осталась по левую сторону от вас, часть залегла по правую. Сейчас скидаю, они еще поди подобьют. Вы слышите этот гул, который нарастает справа? Вы видите, что появляется сейчас из-за леса? Этот звук наводил ужас на многие-многие подразделения на протяжении долгих лет. Что там может появиться из-за медленно, леса? Медленно, как сама смерть, выползает самоходка Бирс-12. Итак, вот почему немцы так коварны, так нагло поступали. У них в рукаве был козырь. Лобовая броня в Амстердаме была 10 мм, и ее не пробивала даже наша пушка ЗИС-3. Фактически сейчас наши войска беззащитны перед этим монстром. Требуется более тяжелое вооружение. Что-то хотим делать. Стреливаем самоходку, но пока она делает все, что хочет. Теряют личный состав, люди горят, находят. Тем временем Кутин Бахус еще присоединяется от подкрепления бойцы кап-группы, то есть боевой группы ПОСТ. В то время в лесах и полях Юго-Берлина было много воинских формирований немецкой армии, которые зачастую действовали абсолютно самостоятельно, без связи с существующими группами. Они представляли очень серьезную опасность, потому что появлялись внезапно, ниоткуда, или общего плана действий. Наши красноармейцы понимают, что они попадают в кольцо, и сейчас им придется драться в окружении. Вот сейчас ключевой момент. Вот буквально недавно вы были свидетелем того, что красноармейцы, поняв, что они попали в кольцо, вызвали огонь артиллерии на себя. И вот эти вот взрывы, которые сейчас были вот перед Фердинандом, это вот была та самая подготовка. И многие наши ребята как раз погибли тоже от этого огня собственных пушек, потому что, ну, как вы знаете...